У нас с Нурланом один раз получилась очень веселая история. У Нурлана случился день рождения. Случился. Случился неожиданно, да. Случился день рождения, да. И я узнаю, что ему подарили друзья виниловые проигрыватели. А мне подарили огромное количество пластинок. Не подарили, подарили мне, да. И я такой, у меня нет винилового проигрывателя. Я знаю, что у него день рождения, и я надо прямо сейчас ехать на день рождения. Я говорю, подарю ему огромное количество, богатая база, вообще огромная просто там коллекция. Просто коллекция огромная. Но очень дорогая. Очень дорогая. 7 тысяч рублей. И я, короче, беру эти проекты, отношу ему, дарю его, говорю, вот, слушай. И случается день рождения у меня, и он дарит мне виниловый проигрыватель. Что на нем слушать?